Мостик, лодочка и коробочка. Эти упражнения знакомы всем с детства, и на первый взгляд их не так уж и сложно выполнить. Но если мышцы спины слабые, то могут возникнуть трудности. Как укрепить и поддерживать мышцы в тонусе, рассказали химчанам на тематическом мастер-классе. Специалист по лечебной физкультуре Николай Абрамов показал жителям специальные упражнения, которые помогут укрепить мышцы спины всего за 30 минут в день. Держите ножки и выпрямляйте ее полностью. Во-во, тяните с мысочком. Хорошо, и ручку сюда. А? Чувствуете? Чтобы закрепить эффект от тренировки, нужно сделать небольшую растяжку. Летом тематические встречи все чаще проводят на свежем воздухе, в парках, скверах и городских площадках. Подробную информацию о мастер-классах можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости» в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.